Он не только великий певец-танцор, а он был великим человеком. Он занимался благотворительностью, помог многим больным детям. И он всегда в моем сердце был. Любимая песня «Speechless». Это она переводится как «безмолвный», там, «без голоса». Но она настолько трогательная. Мне она за душу берет. Вообще он исполняет свои песни, танцы, он вкладывает в них всю свою душу. Каждый жест его, он что-то значит, и он очень много значит. Его песни действительно разжигают сердца людей. И я, пожалуй, хотела бы быть таким же доброжелательным и зажигательным человеком, как он.